Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения. Ну, прямо скажу, с теми, кто нас уважает, кто с нами считается, считается с нашими интересами. Кто соблюдает принципы искренности и порядочности. Печально, что наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях. Речь идет о ряде западных государств, с которыми мы в последние годы поступательно, настойчиво выстраивали взаимовыгодные контакты. И особенно о наших ближайших соседях – Польше и Литве. К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть, если не все, то многое из достигнутого. Против нас снова вводят санкции. Поэтому я прошу доложить, какие шаги нами предприняты в ответ и какие планы в отношении Польши и Прибалтики. Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защищать мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств.